Видеорегистратор SlimTech Dual S2L. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется в такой вот упаковке. Рассмотрим, что внутри. Сам видеорегистратор. Его рассмотрим чуть позже, перейдем к комплектации. В комплект у нас входит адаптер питания в прикуриватель. Длина провода 3 метра. Кронштейн присоска к лобовому стеклу поворотный на 360 градусов. Кабель USB для подключения к компьютеру. Камера заднего вида. Камера также комплектуется скотчем двухсторонним и двумя саморезами. Камера пыли-влагозащищенная. Длина провода 6 метров. Инструкция на русском языке. Фирменный гарантийный талон. Рассмотрим сам видеорегистратор. Сверху у нас расположено посадочное место под кронштейн, USB для подачи питания, 2,5 джек для подключения камеры заднего вида. Снизу расположен слот под карту памяти microSD. Сбоку кнопки управления, кнопка мод, то есть просмотр записанных видеороликов. Вверх, ОК, вниз, меню. Видеорегистратор на русском языке. В меню у нас есть возможность настроить устройство под себя. Здесь два пункта настроек. Значит, первый пункт — это настройки видеозаписи, это разрешение, цикл записи, высокий динамический диапазон, экспозиция, датчик движения, запись звука, штамп даты, измерение силы тяжести, то есть это датчик удара, парковочный монитор, госномер. Включите фары. Второй пункт — это системные настройки, дата, время, автоматическое отключение, звук кнопок, настройки языка, частота источника света, экранная заставка, подсветка, форматирование карты памяти, сброс до заводских настроек, версия программного обеспечения. На видеорегистратор дается год гарантии, приобрести можно будет в сети магазинов «Автогир».